Новость интересная пришла о том, что мать загипнотизировала свою дочь и та сбросила 38 килограммов за полгода. Вот сижу и думаю, может, огурцового гипнотизера подарить, что ли, а то и ест, уже в эфире об этом начала говорить, а потом обижается на комплимент, на слово «парашют». Хорошо, огурцова, будешь у меня холодильничком с завтрашнего дня. Кстати, уважаемые слушатели Русского радио, всем, кто сейчас ужинает или завтракает, приятного аппетита. По московским заснеженным улицам топчет медленно снег народ. Город мысли читает по лицам и скользит под ногами лед. Город мысли и скользит под ногами лед. По московским заснеженным улицам топчет медленно снег народ. Thank you.
сам канадец, но гражданство у него французское. Молодые спортсменки все-таки сломаны Вольфгангом Пихлером. Что такое молодые спортсменки конкретно? Thank you.